Вот у нас 15 февраля, я вот специально записал себе, чтобы важные моменты вам сказать. 15 февраля у нас открытая трансляция, 21 час московского времени. Но запись будет, кто не может посмотреть в тот момент, когда можете вопросы задать, то запись будет, и потом пересмотрите. Вот еще что. Синхрогимнастика. Для кого это? Для кого? Синхрогимнастика. Потом есть раздел такой у нас. Разгрузка. Да, освобождение от всех накопленных эмоций негативных, от всех напряжений, такой мозговой санатории. Тоже для кого? Потом есть перезагрузка. Тоже для кого? Да, что это дает? Вот. Все эти вопросы мне там на вебинаре будете задавать и на открытой онлайн-трансляции. Вебинар-то будет у нас для новичков, от А до Я, как говорится, да, чтобы те, кто не знает, что такое метод ключ, чтобы поняли сразу, что это такое. А вот в открытой трансляции не забудьте, пожалуйста, задать мне вопрос, который мне часто в личке задают, а чем ключ 2 отличается от ключа? И особенно, чем ключ 3 отличается? Ну, это такие пока закрытые секретные вещи, я, конечно, вам открою, да. Делайте лайки, делайте комментарии под видео, продвигайте нашу школу «Человек будущего». Я по этим комментариям сужу, кого в закрытую группу можно допустить, кто уже, так сказать, просвещенный. А кому еще надо в открытой группе побыть некоторое время, чтобы набраться опыта. Поэтому комментарии нам не только для продвижения в YouTube, а для того, чтобы я определился в нашей школе. Да, друзья, а кто хочет посмотреть азбуку саморегуляции для детей, родителей, педагогов, которая еще была тогда, которая для детей, родителей, педагогов, вот такая вот азбука, в меню магазина у нас есть, сайте Stress.su и HSR.ru. Включайте, посмотрите и потом сравните с современными методиками, методы ключ, современной синхрогимнастикой, и вы увидите большую разницу, а вы еще больше расширите свое понимание и будете все другие методы мира быстро-быстро понимать, как будто бы щелкать. Потому что вот так вот. До встречи, друзья. Итак, завтра у нас открытая трансляция.